19 октября, друзья. Солнечный прекрасный день. Теплый солнечный прекрасный день. Вчера было сообщение в телеграм-каналах везде, что украинцам нужно готовиться к отключению тепла, света и так дальше. Не знаю, что оно будет дальше, но без света и тепла, ну как бы, ну не может же так быть. В любом случае какие-то резервные варианты, или как понять, ну не знаю. Что-то же должно как-то, люди же не будут в квартирах замерзать. Будем надеяться, что все будет хорошо, что будет у нас и свет, и тепло. Мотаюсь по работе тут, на левом берегу, так сказать. Заодно вышел к вам в эфир. За тревогами не слежу, некогда. Взрывов не слышал. Ну, надо посмотреть новостя в интернете, что к чему. Ну, если бы что-то было серьезное, как, допустим, это было вчера, то оно было бы слышно уже, поверьте, прилично. Мы бы уже все знали, понимали, и я бы вас ввел бы в курс дела. А так двигаемся по работе, вроде все, тишина в городе. А там нужно смотреть. А я тут на новую почту, на грузовую приехал. По работе. Сами видите, вот солнышко, красивый день, теплый. Хочется, чтобы подольше все-таки было тепло, еще продержалось, хотя обещают дожди, читал, и так обещают, что будет дождь. А если будет дождь, соответственно, будет и похолодание. Не хотелось бы. Хочется подольше наслаждаться этой теплотой. Ну что ж, если что, выйду в эфир еще, посмотрю новостя, что к чему. Не буду вас держать просто так на своем канале. Вышел показаться, что все нормально. Живы-здоровы. Работаем. Так что всем удачного дня. Хорошего, мирного, тихого дня. И до встречи вечером. Думаю, выйду в эфир на пару-тройку слов. Всем пока и до вечера, друзья.